Всем привет, друзья! На связи Арбат Хоумс, и сегодня у нас на обзоре проект под номером 5962. 600 метров до моря, район Арпач-Бакшиш, город Мерсин. И расскажу вам о сроке строительства. Сейчас позади меня уже видно, как идет стройка. Конец строительства назначен на сентябрь 2024 года. Два блока по 13 этажей, планировки квартир 1 плюс 1, 2 плюс 1. С площадями от 45 до 72 квадратных метров, это 1 плюс 1, и от 89 до 115 квадратных метров, это уже 2 плюс 1. Я сегодня, как чувствовал, надел все беленькое, все чистенькое, специально поехал на стройку. Тут прям ощущается, что ведется активное строительство, но что касается тех квартир, которые будут даны, они уже будут в чистовой отделке. Вся сантехника, плюс батареи, все это будет чистовая отделка. Сейчас тут не чистовая отделка, а вот будет чистовая. Особенности этой квартиры в том, что, внимание, в каждой сданной квартире будет тройка, так называемая духовка, варочная панель и вытяжка. Столешница из кварцевого агломерата, ее можно резать, делать на ней все, что угодно. Гарантия на фурнитуру 10 лет, гарантия на сантехнику 5 лет, высота потолков 3,40 и, внимание, две декорированные стены с обоями, которые так привычны нашему глазу. Ламинат очень высокого качества, 8-миллиметровка, и газ здесь будет подведен в течение года. Ну и, конечно, в этом комплексе ожидается полная инфраструктура, все, как мы с вами любим. Аквапарк, открытый бассейн, баскетбольная площадка, детская площадка, хамам, зона барбекю и зоны для отдыха. Я напоминаю, что сдача уже в сентябре 2024 года. Сейчас идет активное строительство. Я думаю, мы этот проект будем освещать еще и дальше, дальше, дальше. Ну а теперь давайте вам расскажем про район, в котором находится этот проект. Мы с вами находимся в районе Арпач-Бакшиш. Давайте немного все-таки расскажем про этот район. Это очень молодой район. Он очень быстро развивается и очень привлекательный для иностранных инвесторов. Он находится буквально, наверное, в 10, может быть, даже 8 минутах до Эрдемли. В Эрдемли у нас есть полная инфраструктура. Там и очень восхитительная набережная, и культурные центры, и тренажерный зал. В общем, все-все-все есть. Что касается инфраструктуры самого района Арпач-Бакшиш, здесь есть все магазины, здесь есть школа. И я лично наблюдал, как развивается этот район. Действительно, где-то год назад тут было мало чего. Тут не за что было ни глазу зацепиться, негде было купить продукты. Сейчас же здесь уже есть вся инфраструктура, есть отличный пляж, набережная. И что отличает именно этот район, здесь фермерский рынок работает каждый день. По вечерам вы можете покупать свежие овощи и фрукты для себя и для своей семьи. Также район Арпач-Бакшиш интересен тем, что здесь песчаные пляжи, которые тянутся еще от Томюка, идут вот сюда, и они становятся все чище, чище, чище. От удаленности зависит это. И Арпач-Бакшиш – это лишь один из многих развивающихся районов города Мерсина. И если вас заинтересовал проект конкретно в этом районе под номером 5962, вы видите номер нашего менеджера на экране, пишите, звоните, они вам сделают просто детальную консультацию, расскажут о комплексе в целом. Ну а с вами был я, Никита, и Арбат Хоумс. Живите у моря. Всем пока-пока.